Тим, ну что, ты уезжаешь? Куда вы едете, девочки? Таиланд. А что вы там будете делать? Прыгать и скакать. А сколько вы чемоданов берете с собой? Много? Ну давайте, считайте. Быстро показывайте, сколько у вас их. Ну показывайте, где еще у вас чемоданы. А еще? А вот эти не ваши чемоданы? Ваши? Ого, сколько много у вас. Катя, что, уезжаешь? Да. На каком-то вокзале непонятно бы. Ну так, вот едем. Ты нас сюда привезли. Ты где едешь? А куда мы едем? София, ты? Мы поехали. Все, едем на поезде в аэропорт. Из Одинцова. Всем привет. Ну что, мы едем из Одинцова в Шереметьево. Решили поехать так, потому что нам очень удобно. 40 минут доехали до Одинцова и по прямой на аэроэкспрессе сразу в Шереметьево. В общем, 1:30, и мы в шарике. В общем, вот так едем. А то, что сейчас будет справа, вот это все наши вещи. Катя, говоришь, мы как цыгане приехали? Да. 3 чемодана больших, 1 маленький, 3 коляски, сумка, 2 рюкзака. Еще много детские вещей, рюкзаки, да? Очень много. Да. Еще один забыли. В общем, Катя набрала много вещей. Как обычно. Все свои клетчатые сумки вытащила и собрала все в чемоданы. А так мы улетаем в Таиланд на 3 месяца. Полетим в компании Какач. Аван Эйр. С пересадкой в Маскате. Маскат — это штаб-квартира Аманских авиалиний. Что ты скажешь? Такой удобный, хороший туалет, чистый. Машем ручкой. Кать, ну ты довольна, что ты прошла уже все? Конечно. Как с детьми? Тяжело проходить? Да нет. Сейчас посмотрим, как лететь с детьми. Кать, скажи что-нибудь на камеру. Хорошо. Сиди. Понятно, да, почему хорошо? Да нет. Просто уже все прошли. На финишной прямой. Вон все люди на нас смотрят. Как у нас здесь прыгают. Девочки! Заходим в самолет. Кать, ну что у тебя получается? Смотрите, что мама вам придумала. Вы в гамаке будете спать. Кать, что там скажешь? Что-то ты покраснелась. Тим, ты в самолете. Второй раз уже летишь. Ну все, мы сели в самолет. Хорошая компания, все вежливые, доброжелательные. Сидим хорошо. Ждем будет. Тим вон всем улыбается. Тим, как ты улыбаешься всем? В общем, пока все хорошо, все устраивает. Хорошее расположение мест у нас. Места получается.
Работает экран. Все на английском. Пока не знаем, на каком языке еще есть. На русском, думаю, ничего не будет. Так что посмотрим, что дальше будет в полете. Это первый полет. Мы сейчас летим из Москвы в Оман. Увидимся дальше. Мы прилетели в Оман. Нас ждет пересадка короткая, 2 часа. Аэропорт крутой, уже понятное дело. Но народ никого нету. Это хорошо. В общем, полет получился хороший. Компания супер. Так что рекомендую. Уровень Аэрофлота, скорее всего. Питание вкусное. Все работает. Персонал очень вежливый и доброжелательный. Сразу все, то, что просили, все сразу делали. Вот. Так что сейчас посмотрим, какой второй полет будет. Ну, еще что-нибудь расскажу там и покажу, чем кормят. Кормили, кстати, вкусным рисом. Сладкой какой-то пастой. Кофе, вино, пиво. Все, в общем, было. Так что супер. В аэропорту, кстати, присутствует вот такая детская комната, бесплатная. Вон дети тут вовсю играют. В общем, нормально. Бесплатно вообще топ. То, что есть бесплатно везде. Тебе нравится здесь? А где ты сейчас находишься? В магазине? Как магазин называется? Оман? Идем на следующий самолет. Ты несешь горшок, молодец. Никит, ну что скажешь? Никит. Заходим на второй полет. Заходим на второй полет. Летим из Омана уже на Пхукет. Девочки, вы куда идете? Девочки. На самолете. На самолет? Это двигатель. Кать, ну как тебе полет в этой компании? Нормально. Хороший. Много места. Нет. Ребенка нет на руках. Чего-то не хватает. Стефания, что тебе дали? Подарок? Ты рада? Наконец-то мы долетели. Кстати, полет получился спокойным и хорошим. Вот. Сейчас мы ищем свою машину и едем уже в сторону дома.